Пришла доктор неожиданно. Та-дам! Отличная новость. Взяла два творога 5%. Будут принимать в боксе каком-то специальном. На улице просто жара, а я... Силя, ты помнишь? Силя, ты нас не забыла? Я... Всем привет, мои хорошие. С вами Селена. Начинаю свой влог. Вообще думала, что... Так себя сейчас плохо чувствую, простыла немного. Думаю, наверное, начну снимать уже, когда выздоровеем, там, чтобы вот в таком виде не показываться. Потом я поняла, что это, наверное, будет долгоиграющая история. А я не смогу долго не показываться вам, поэтому вот она я. А в общем, простыли, да. Я вызвала сегодня врача. У Деньки температура тоже. Мы в садик сегодня не пошли. У Даньки температура 39 там с лишним. У него отит, уши. Вот, он что-то показывал мне на уши. В итоге, я думаю, блин, надо к врачу, наверное, раз ребенок все чаще и чаще показывает на уши. И вот, и я быстро записалась, у него было свободное время. Мы пришли, она посмотрела, говорит, да, у него отит. Как-то она назвала его, какая-то разновидность отита. А там, она говорит, не сильное воспаление, чтобы что-то серьезное, да. Вот. Но у него боль, потому что там вот это вот напряжение как раз такое вот идет. И из-за этого, больно. Но она почистила, сделала, закапала нам ватные тампоны, поставила с Этипаксом. Вот, Нурофен, я давала ему 5 миллилитров, она говорит, уже 8 надо давать, он 16 килограмм где-то весит у нас, говорит, 8. Додали еще Нурофена ему, вот, и мы пошли домой. Легли, поспали, это вчера было, все, на ночь я ему еще раз закапала ушки, вот эти паксом сейчас капаю, да, и все, уснули. Вчера я себя тоже начала плохо чувствовать, у меня насморк, голова, температуры нет. Насморк закладывает все время нос, то одну, то другую ноздрю, вот. И как-то горло, оно сильно не болело, но вот сегодня утром я встала, а оно, знаете, вот как будто, оба, я опустилась сюда, и вот такой сиплый голос у меня. И самое страшное, почему я вызвала врача, потому что, как-то трудновато дышать, что ли, то ли мне кажется, может я паникёр, это тоже может быть, но я открывала несколько раз за ночь, я вставала, открывала несколько раз форточку, потому что мне было как-то, не хватало воздуха, что ли, и я вот за это переживаю, милочка со мной все время, лечит моя девочка, вот, короче, я позвонила, говорю, у меня у ребенка температура, говорю, вот, и я себя плохо чувствую, говорю, как-то мне воздуха не хватает, не знаю, говорю, давайте сделаем тест, я ни разу не делала его, но что-то в этот раз захотелось, вот. Они сказали, хорошо, приедет врач, и да, можно сделать тест. Так что ждем, я не выспавшаяся вообще, и я, Денька спал всю ночь хорошо. А я не выспалась вообще, я уже там несколько раз засыпаю, просыпаюсь. Сил как-то нет, вот. В общем, ждем врача, ждем курьера. Курьер еще должен приехать, привезти мне посылку. В общем, лежу, и легче становится прям, как будто силы приходят, когда организм лежит, поэтому не буду долго сидеть, рассусоливать. Пошла, полежу. А Денечка у нас с отитом в ушах, да? Отойди, мам. Еще и попрыгаем, полазим. Отойди, мам. Ладно, я пошла. Вот дети, классно, да? Он что-то лазит, это. Нормально. Температура сбилась, и все, и можно попрыгать. Ой, а я сейчас с братом списывалась. Он говорит, что они поехали к маме клеить обои. Говорит, приезжай. А я им не говорила. Я говорю, да, приехала бы, если бы, говорю... У малого не температура, у меня, говорю, странное состояние, говорю, врача вызвали, то все. А у меня еще, знаете, что? Мне хочется кушать, мой желудок чувствует голод. Прям, знаете, когда уже там вот говорят, под ложечкой сосет или еще что-то. Но я начинаю что-то есть, и просто мне не лезет. Мне прям тошнит, вот знаете, когда от еды прям не кайф. И я думаю, блин, что же мне съесть? Чай выпила с лимоном, там, с медом, такой
А лимон, он еще больше раздражает желудок, еще больше хочется кушать. Я этот банан, вот такой кусочек вот съела, еле засунула в себя, чтобы хоть что-то засунуть. Вот, и говорю сейчас им, что, говорю, такое у меня состояние. А мама, Виталик, они уже вместе все там уже клеят, видимо, обои. Настю садика дали, наверное. Вот. И говорят, курочку свари, самое лучшее, бульончик. Курочку и бульончик. Это больше питья надо и прям типа самое лучшее. Я говорю, точно, у меня же есть курица. Сейчас я сварю бульончик. Так, ну что, пришла доктор неожиданно, быстро, молодая. Люблю молодых. Я не знаю почему, но я так отношусь хорошо к нашей молодежи. Ну вот, знаете, мне как-то спокойнее почему-то, когда приходит молодая девушка. Либо моего возраста, либо можно младше. Вот у Дэни тоже очень много там моего возраста, мне кажется, и не младше. И прям мне нравится, и невролог, и педиатр, и лор наша. Так, батарейка садится, короче. Пришла доктор, в общем, все выслушала быстренько, оперативненько. Как-то она так себя вела, что становится спокойно. Послушала меня, говорит, тяжеловатый немножечко воздух. Ну, в общем, что она мне прописала? Полость, горло, нос. 3 раза в день, 5 дней. Это промывать там хлоргексидином, фурацилином полоскать. Вот такое. Есть небольшая отечность у меня вот как бы в области вот здесь вот горла, да. Мирамистин, в общем, она написала, да, вот так, лезобакт, пшикать мирамистином, лезобакт 4 раза в день, это рассасывающая, по-моему, таблеточка, 7 дней, короче, температуры нет, противовирусные, она мне сказала, асельмивир, но она сказала, на ваше усмотрение, пить или не пить, асельмивир какой-то, цитрин, еще одну таблетку, одну таблетку 1 раз в день 5 дней пропить. Это противоаллергенная, ну, типа отечность снять, или вот что-то такое. Мивир, асельмивир, вот, 75 миллиграмм, одну таблетку 1 раз в день, тоже 7 дней, это вот то, что противовирусное. Ну и температура, если будет больше 38, только парацетамол или немесил вот выпить. Вот, еще нам не сказала ингаляцию сделать этим лазалваном, вот, и говорит, легче станет, вот, да, взяла тест, я говорю, тест будете делать, она такая, да, и я говорю, вы там такие палки длинные, говорю, вот, обычно кто-то делает, что там залазит, я говорю, глубоко надо залазить, можно, говорю, сама сделать, она такая, да, без проблем, и все, она мне сказала, в нос залезть, но я постаралась поглубже, как бы, да, в нос по стенке там, и из ротика, это уже по стенке там, но все равно у меня же рвотный рефлекс был. Но одно дело я сама себе, другое дело мне кто-то. Другое дело. Короче, я сама себе там по стенкам все это сделала, она, ну, положила все. И говорит, если будет положительный, вам позвонят там через 3 дня. А если будет отрицательный, то звонить вам никто не будет, и вы сможете у меня потом забрать его. Вот. Короче, сейчас я посмотрю из этого всего, что у меня есть. Начнем лечение. Больше всего меня напрягает вот это, что мне не хватает воздуха. Вот это вот убрать, и все остальное мелочи. Поехали. О, время 3 часа у нас. Мы меряем температуру. Сколько у Дэни? Покажи температуру. 37,4. Ну, обычно с такими градусниками мы еще прибавляем 3 где-то. 37,7, наверное, да? Давай маме теперь. Теперь я померю температуру, что у меня так голова болит, как будто 37 где-то температура. Уже напичкалась я лекарством. Включай. Давай. Всем доброе утро, мои хорошие. День следующий. Я проснулась. Сегодня ночью просыпалась, давала Денечке от температуры. Тоже поднялась у него где-то до 38 с копеечками. Но он проснулся, плохо себя чувствовал. Я дала ему лекарство, Нурофен. Сама на ночь уже, кстати, не стала делать ингаляцию. Вчера сделала 2 ингаляции, и я уже почувствовала после 2-й ингаляции, через 1-2 часа, а я еще поспала. Денька пока игрался, я так прилегла просто полежать, знаете, такая слабость, и я ложусь прямо тогда, и я прям в сон такая провалилась. Я проваливалась периодически, но во всяком случае я ничего не делала, я отдыхала, и это очень хорошо восстанавливает силы, вот что я заметила. Я уже проснулась и чувствую, ну, какой-то бодрячок, мне легче дышать. И сегодня ночью я уже легла спать, мне реально было легче дышать. Я думаю, блин, чудо, вот это вот, как его называют,
ну, дышала я, то, что лазала ванном, вот это вот, ингаляция, чудо. И я думаю, сегодня я прям 4 раза точно сделаю. Сейчас я пью чай, выпила противовирусные, выпила противоаллергичные, вот. Сейчас я подышу, потом рассосу таблеточку Лизабакт, вот, и все, и буду продолжать пить чай. Денька что-то с утра капризничал, что-то ухо, глаз показывал, непонятно. Я говорю, объясни, что. Ну, в общем, сопли, пока сопли, сопли ручьем. Вот, сейчас утром встали, температуры пока не было. Ну, в общем, наблюдаемся. Голос у меня стал, еще вообще утром вообще не могла разговаривать, шепотом разговаривала. Вот, но мне кажется, в общем, общее состояние, несмотря на голос, там трудно говорить и то, что нету сил, общее состояние стало лучше. Я надеюсь, что сегодня, благодаря ингаляциям, вообще станет хорошо. Вот. Но еще я смотрю сейчас мамино видео, посмотрела, она начала ремонт. Она начала с окна, она его уже сделала, выпустила видео. Вчера приходили к ней ребята. Наташа с Виталиком помогали клеить обои. Она все снимает, вот, полностью на связи. Вот, ну, мы тут с Денькой справляемся, в принципе, более-менее. Но вот так вот выпало на ее ремонт, что я не могу к ней поехать и помочь ей, к сожалению. Вот, и мы в садик не ходим, никуда не ходим, не выходим. Вчера даже брат, после того, как поклеил обои, привез мне лекарства дистанционно, вот, потому что у меня там не было никаких, а у нас непонятное состояние, что лучше не выходить, вот, из дома. Кому интересны ремонты, то ссылочку на мамин канал я оставлю под видео. Заходите, смотрите, я наблюдаю за тем, как ремонт движется. Вот. Брат по возможности тоже помогает, он там работает, правда, много. Вот. Но они вот приходили, помогали клеить обои. Вот. Но мы продолжаем лечиться. Крошки мои, ой, не смотрите на меня, что я такая растрёпанная, ладно? Я, ну, как бы, хочется снимать же не только, тем более влоги, да, когда ты вся такая там в препарате, такая вся активная, ну и вот когда ты болеешь, что делаешь, да, что делаешь, как дела? Короче, мне явно становится лучше, я теперь с уверенностью прям могу сказать. Когда я болею, голову не мою, кстати, потому что я могу вообще простыть от того, что помыла голову и плохо ее посушила. А если еще легла спать с влажными волосами, то все, на утро я больная. Поэтому я жду, когда мне прям уже хорошо, прям станет хорошо. Возможно, завтра уже помою голову. Вот. И у меня нет сил готовить. Вы видите, да, мои чайные пакетики на фоне такая, думаю. Вообще, у меня нет сил готовить, у меня нет сил убирать. Поэтому сейчас я сделала заказ еды. Заказала котлетки. Котлетки с пюре. У меня мозг немножко такой еще, такой... Я иногда туплю, такая смотрю в телефон, думаю, что я хотела сделать. 5 минут сижу и вспоминаю. Короче, заказала еду, котлетки с пюрешкой, заказала пиццу 4 сыра, Дэнни ее очень любит. Блинчики заказала с клубничным там вареньем каким-то, сливочным сиропом. И 2 десерта заказала, один какой-то там бисквит какой-то. Короче, я на самом деле за это время очень сильно похудела. Вот какой плюс со всего этого. Я смотрю на себя в зеркало, и вот сейчас вот прям начать прессик качать, у меня прям кубики будут видно. Я очень прям похудела, потому что я ничего не ела. Вчера и сегодня толком ничего не ела. Но аппетит уже потихоньку появляется. Даже сегодня на секунду я почувствовала вкус баранки. Я ела баранку и чувствую вкус такая... На секундочку. Подарок такой от простуды. А то совсем забудешь, как баранка какого вкуса. Ну и все. Потом снова ничего не чувствуем. Вот. Короче, ждем еду. И что? И отдыхаем. Смотрим телек. Дэнни включил тут своего какого-то робота-пылесоса. Сейчас кино включу. Потом мы смотрим ерунду какую-то. С утра, кстати, вчера вечером все переживали, волновались. У меня прям этот... WhatsApp, прям, знаете, там 10 сообщений вот так вот. Все там, брат, мама, тетя, сестра, все друзья. Все переживают, как мое здоровье, все переживают. Не корона, бро! Ну, то есть у меня переболели, то уже кто-то короной, вот. И у кого-то, ну, было так, что в больницу уложили. Серьезно было. Кто-то сам вылечился нормально. Поэтому каждый по-своему переживает. И, ну, у меня как бы организм здоровый, сильный. У меня нет никаких там хронических заболеваний.
Ну, кроме пилонефрита. Пилонефрит считается хроническое заболевание, если ты хоть раз им переболел. Вот такое я слышала. Вот. Ну, давно-давно, лет сколько назад? Лет 8 назад я болела пилонефритом единожды, один раз. Простудилась, и как-то, знаете, началось все вот от цистит, и сразу опа, и пилонефрит. Ну, как бы, на следующий день у тебя уже почки больные. Я первый раз, я даже не понимала, что со мной происходит. Я лежала, загибалась, и в итоге уже вызвала скорую, я была в другом городе. Вызвала скорую, и мне поставили пилонефрит и назначили антибиотики, как бы. Ну, антибиотики пропила, все вылечилось, но я слышала, что потом ставят хроническое пилонефрит. Вот, но после этого никогда не болела ничем, ни циститом, ни пилонефритом, ничего такого не было. Организм, конечно, надо девочке свой беречь. Вот, поэтому, а так никаких заболеваний у меня нет серьезных, как бы я не страдаю, я, в общем-то, здоровый человек. Поэтому кто-то там переживал сильно, да, но я почему-то верю в то, что все нормально, как бы будет все нормально, сейчас все лечится. Вот, и корону лечат, все нормально, поэтому... И сегодня с утра я встаю, у меня уже там целый список, ну как ты, пока всем ответишь. Ну, приятно, что беспокоятся, волнуются. Все хорошо. Мне главное встать на ноги, чтобы я могла нормально ребенка и к врачу сводить, и за ним ухаживать, потому что вчера я лежала, он просил там маму кашку, я просто иду такая на автопилоте эту кашку делать. И я понимаю, блин, ну вообще жесть, так нельзя. Ну, когда вдвоем болеешь, вот тут и никого не позовешь на помощь, потому что, блин, я боюсь, что мама заразится, хоть у меня она и привита, но все равно, как бы я... Прививка — это не гарант, что ты не заболеешь, это может... Это даже не гарант, как это пройдет все. Это как бы все настолько, мне кажется, иллюзорно. Поэтому я бы не рискнула маму приглашать к нам в наш вот этот рассадник бактерий, вот, и никого другого, естественно, поэтому... Все на связи, все, если что, на подхвате, конечно же, в любой момент, но вот так нам надо было бы вдвоем все это дело пережить здесь. Ну, главное, я уже легче, я уже более бодрячком, я даже, мне кажется, и видео могла бы снять, но у меня такой голос еще. Вот. Ну, я думаю, завтра вообще будет хорошо. Короче, ждем еду, разболталась, это о болезнях всяких. Так, ну что, вот заказик наш. Это у нас соус, блинчики с клубничным тирамису. Вот здесь у нас клубничный тирамису. Я, кстати, чай сделала только. Блин, я заказывала уже этот десерт, по-моему. Я не помню, понравился мне или нет. По-моему, вкусненький. Это меренговый рулет, малина-фисташка, да. Так, что это еще? Ой, руккола отдельно. Вот мне нравится, как здесь все. Соусики все отдельно. Вот такой вот еще классный. Торт Оникс называется. Ну, что-то мне на сладенькое потянуло. Так, это у нас блинчики. Блинки сейчас. А это у нас картофельное пюре и котлетки. Так, ну и, конечно же, пицца. Дэня пиццу любит? А? Да. Да. Пицца с сыром. Любишь, Дэня? Ну, да. Для тебя взяла. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау, большая, блин, такая, мы с тобой будем есть неделю. Есть. Та-дам. Ого, пиццу. Да, вкусняшка. Ну что, мои хорошие, я уже прям более-менее бодрячком. Вот, Денька что-то расклеивается у меня. Сегодня нам позвонили с клиники, с нашей, сказали, надо прийти посмотреть динамику в ухе. Я говорю, блин, ну давайте не сегодня, давайте хотя бы завтра, потому что... Я себя очень еще так чувствую, не очень для выхода на улицу. Я не хочу прям совсем расклеиться. Мне нужно быть на ногах, чтобы его ставить. Я говорю, у него уши не болят, он не жалуется. Только температура. Но температуре тоже нужно время. Да, там на третий день где-то она снижается. Это хорошо, если держится, то плохо. Короче, записали нас на завтра. Завтра по-любому надо будет в поликлинику пойти. Через другой какой-то выход, вход специальный, ну, у кого температура и так далее, ну, какой-то есть специальный вход, через который заходить. Короче, пойдем, что делать. Вот. А так сижу, сейчас работаю, съела вкусняшку, попила чай уже, еще раз сделала ингаляцию, уже две сделала ингаляции, лекарства пью, в общем, иду на поправку, я так думаю.
Кстати, в Инстаграме я сделала пост, очень интересный. Он будет интересен, такой всероссийский конкурс. Сейчас идет набор, регистрация идет до 1 июня. Участвуют все там школьники 5 по 8 класс, старшие классы, студенты, педагоги, родители, даже организации, по-моему, какие-то участвуют в этом всероссийском конкурсе. Там не нужны какие-то особенные там знания, да, а именно такие больше, ну как бы конкурсы, да, вот, не то, что там кто лучше знает русский язык там или еще что-то. Короче, очень классная вещь, мне кажется, если бы у меня был школьник, мы бы обязательно участвовали в этом. Поэтому, кто не знает, обязательно регистрируйтесь. Там у них онлайн идет первый этап, по-моему, потом они встречаются где-то, это во всех регионах происходит, эти конкурсы, там денежные призы, вот, денежные призы, можно выиграть вообще там до 1 000 000 рублей на обучение, можно выиграть путешествие, можно выиграть другие призы денежные, там по 150, по 200 тысяч, и все могут выиграть, и педагоги там, и там не один какой-то победитель, там много победителей, там 100-300 учеников выбирают, короче, очень круто, и финал там где-то в Артеке будет. В общем, мне кажется, это все очень интересно. Читайте пост, регистрируйтесь. Регистрация до 1 июня. Вот. Я бы, короче, с удовольствием участвовала. Уже всем рассказала своим, у кого школьники, студенты. В общем, пользуйтесь. Проходите в мой Инстаграм, ссылка под видео у меня будет. Находите пост вот этот вот с этой картинкой. Там будет там написано «Большая перемена, мы с Денькой веселимся». И читайте пост и регистрируйтесь, читайте подробности на сайте. Вот, класс. Всем доброе утро, мои хорошие. Отличная новость. Я сейчас съем банан, и я чувствую его 50% вкуса. Я понюхала Денечкины блинчики. Они так вкусно пахнут. Но плохая новость в том, что я сегодня опять плохо спала. Ну как? Я просыпалась, мне было тяжело вата дышать, но я думаю, что это от того, что много комментариев всяких мне там писали, спрашивали, не было ли удушья, и всякие такие моменты. Конечно же, панические атаки никто не отменял, и что-то этой ночью, плюс еще на нервной почве, наверное, немного, я чувствую, у меня прям паника такая надвигается. Я выпила успокоительного, мне стало чуть легче, но все равно я просыпалась среди ночи. Я открывала окошко, дышала и говорила сама себе, смотри, ты дышишь и глубоко дышишь, нормально, тебе не тяжело дышать. Я говорю, нет, мне не тяжело дышать. Сама с собой разговаривала. И укладывалась спать. И самое интересное, что вот в первый день, например, мне было очень удобно спать на правом боку, когда у меня прям вот тяжело еще было, не отпустило меня в грудной клетке. Я прям вот на правом боку как-то спокойно себя чувствовала. А в этот раз я на правый бок ложусь, а мне тяжело. Ложусь на левый, мне легче. Представляете? Вот такое заметила. Короче, я эту всю ночь на левом боку спала, а первую всю ночь на правом. Вот, Денька что-то жалуется на ухо. Вот вчера он вечером показывал на ухо, хотя ему закапывала, я ему уже 3 раза в день начала Атипакс капать. Ну, как бы думаю, мало ли, может, Атипакс тоже. Естественно, вот он встал сегодня, у него температуры нет. Утром рано, там часов 6, наверное, или в 5. Температуры не было. Но он говорил на ухо, и он прям капризничал. Я понимаю, что надо обезболивающее. Нурофен, он как обезболивающее идет и как температура снижающая. Я ему дала нурофен. У него прошло, и он лег спать. Вот мы только проснулись. Время пол 11. Вот. Ну, проснулся, улыбается и так далее. Но мы сегодня записаны к врачу. Нас будут принимать в боксе каком-то специальном. Я не знаю, ни разу не была через бокс. Врач говорит, надо посмотреть ухо в динамике. Вот мы вчера не пошли, но сегодня надо точно пойти, потому что мне не нравится, что болит. Я думала, уже перестало у него все болеть. Как бы, что это такое? Может, из-за насморка, когда насморка. Я еще заметила, когда у него ухо болит, надо нос почистить. Но, тем не менее. Ах, кто это тут пришел? Моя кошечка пришла. Такая, мама, спасибо, скажи, да? Мама накормила вкусной едой, любимой. Пожалуйста. Вот, в общем, такие дела. Но я продолжаю лечиться. Сейчас налью себе чая и выпью таблетки Эргоферон, Лизабакт, сделаю ингаляцию.
и противоаллергичное выпью. Танька завтракает блинчиками, Накися, кушай блинчики, потом поиграешь, а я чая. Девочки, чтобы вы понимали, вчера здесь был разгром полный. Сейчас я, Дэнни, что-то ковыряется, пошел ковыряться. Приходит ко мне и говорит, я собрал игрушки. Я говорю, молодец. И приходит с таким чемоданчиком. Но я подумала, собрал, наверное, туда игрушки, в чемоданчик просто. Говорю, молодец. Сейчас захожу в детскую, что-то мне надо было, здесь уже забыла. Девочки, здесь был полный погром вчера. Вот это вот. Вся корзиночка вот так вот была разбросана, и корзинка вот здесь перевернутая стояла. Ой, захожу, он собрал реально все игрушки сам. Я его сегодня об этом даже не просила, боже. Я сейчас расплачусь от умиления. Крошки мои еще меня спрашивали, что из Faberlic мне больше всего нравится для стирки белья. Во-первых, мне нравится их новая серия, вот эта вот Гринли, обалденная. То есть я прям выбираю ее и для себя, и для ребенка. У них есть концентрированные гели, мне больше всего нравится гели использовать. Почему мне нравятся вот такие концентрированные гели для белья вместо стиральных порошков? Потому что, ну, мне кажется, что... Он лучше выстирывает, быстрее растворяется. И знаете, от порошков бывает, если плохо прополоскал, какие-то белые разводы. Поэтому я предпочитаю гель. Вот. Ну и мне очень нравятся, они гипоаллергенные, мне очень нравятся ароматы у кондиционеров. И очень хорошо они, ну, как бы белье мягким делают. Подожди. Еще из этой же серии Гринли мне очень нравятся вот эти вот их новые биокапсулы для моечной посуды. Мне кажется, теперь я буду только их покупать. Они тоже в такой защитной пленочке, которую не нужно открывать, просто вот так кладешь и все. Вот, классные, ими пользуюсь. Вот эти, кстати, фаберликовские, их нужно открывать. Они очень хорошо чистят, но я ленивая, не хочу открывать, поэтому заменяю на вот эти. Еще меня часто спрашивают за сережки, девочки. Вот эти сережки очень часто я ношу, и мне всегда делают комплименты, что за сережки. Я их заказывала тоже, девочки, в Faberlic. Они стоят недорого. Там очень много бижутерии, кстати, разные. Но вот эти вообще универсальные, такие модные вот сережки. И я их заказала в Faberlic. Ссылку на Faberlic оставлю под видео, загляните, посмотрите, у них новинки, вот сейчас новый каталог будет уже. Я, кстати, очень сильно жду новый каталог, и девочка, одна из моих зрительниц, писала мне, что в Faberlic есть два каких-то аромата, которые просто там не уступают в аромате какому-то там селективу обалденному, классному, то есть вот так вот. И я не могу найти, я сделала вроде скрин, но у меня очень много скринов, потому что мне много чего советуют, и я сразу скрины делаю. И я среди скринов этих запуталась, поэтому хочу попросить девочку, которая писала мне, что в Faberlic есть ароматы, очень классные, похожие на... Ну, то есть ничем не уступают дорогим селективным ароматам. Каких-то два она называла, там один точно, там, ну, по-моему, два даже. Пожалуйста, напиши мне еще раз. Я буду делать заказ, я хочу их заказать. Так, ну что, добрались мы до машины, присели. И сейчас едем. Блин, у меня бенза нет вообще. Едем сейчас в клинику, она тут рядом. На улице просто жара, а я оделась так тепло. Мне пипец как жарко. Это непредсказуемая погода. Мы зашли через отдельный вход, ни с кем не встречались, все в масках, оделись стерильно. Нас завели в комнату отдельную матери и ребенка. Ну, короче, специально, чтобы не было контактов никаких ни с кем. Вообще никого в коридорах нет, все такое прям. Ни с кем в итоге не контактировали. Я, в принципе, грязной головой, трындец. В общем, ждем нашего приема. Мы чуть раньше пришли, нас спрятали. Пришли домой, кушаем котлетки. С пюрешечкой. Вот. Потом будем ушки закапывать, да? Да. Всем доброе утро. Почему? То меня отпустило все на свете. Теперь меня схватило что-то новое. У меня голова как гиря. От этого такая слабость жесткая. Я вчера выпила обезболивающее. Ну, колдрекс. Оно как обезболивающее, там плюс там все подряд намешано, витаминчик С, все дела. Чтобы голова прошла, потому что разболелась голова. Вот сейчас она тоже начинает болеть. И пошло давление на уши. И прям уснуть не могла. Выпила колдрекс, стало легче, уснула. И вот сейчас я просто еле встаю. У меня такая тяжелая голова. То есть я уже обо всем забыла. Там нос, горло, там бронхи. Просто все на голову. Тень, ты что там раскашлялся? Денечка, давай.
Рисовать? Давай. Фух. Никто мне не звонит, в общем, сегодня. Ну, может, еще позвонят, не знаю, по тесту. Но у меня такое складывается впечатление. Я сейчас залезла в интернет, у меня просто так башка болит. Вообще просто, я говорю, реально, я не могу даже вот так вот наклониться ненадолго. Просто сразу прилив какой-то и прям болит. И немесил выпила, не помогает пока. Но в целом я чувствую себя неплохо. Утром у меня была очень сильная слабость. Я такая не вставала вообще с кровати. Как знаете, типа это, как это говорят, мигрень когда. У меня однажды была мигрень, давно уже. Короче, я посмотрела симптомы гайморита. В принципе, все, что у меня было, и затрудненное дыхание, все на свете, это тоже могут быть симптомы гайморита. И сейчас вот у меня болит башка. И я думаю, что мне делать? Потому что я помню, что в прошлый раз, когда я пошла к своему лору, она все посмотрела, сказала, что ну вот сейчас прям ничего такого страшного я не вижу, да, как бы, ну, промывать нос, все дела там, да. Но она интуитивно послала меня все равно сделать снимок. Ну, как бы говорит, может быть. Вот так вот не видно все, да, но все может быть. И лучше пойти на снимок. И если на снимке покажет, ну, что там воспаление какое-то, да, то, конечно же, я пропишу сразу антибиотики. Так и получилось. Я пошла на снимок, и я ей прислала снимок, и она мне сразу прописала антибиотики. Вот, и я думаю сейчас, что мне делать? Пойти к ней или сразу пойти сделать снимок и уже со снимком идти к ней? Потому что у меня такое ощущение... Вот не знаю, либо это может просто, знаете, вот как после болезни, там вот раз как-то в голову тебе, либо это реально вот гайморит, и надо начинать антибиотики пить, потому что это вообще стрёмное дело, гайморит. Хотя, как бы выделения из носа у меня не страшного цвета, они такие как бы белёсые, то есть не жёлто-зелёные, там не гнойные какие-то, нет этого, светлые, нормальные. Выделение из носа. Ну, чуть-чуть зеленоватый, может быть. С легким зеленым окрасом. Такие подробности. Но башка болит. Короче, я сейчас хочу пойти искупаться. Сейчас мне доставщик позвонил. Сейчас он мне доставку привезет. Вообще, короче, у меня такие тяжелые какие-то доставки. Я не знаю даже. Естественно, девочки, я все без контактов беру. Ну, все как бы... Я говорю, так, подальше, вот здесь вот кладите, ставьте, там, за меня распишитесь, все такое. Вот. Даже еду, когда мне привозили, я сразу сказала, бесконтактно. Вот, поэтому... И в больницу, когда мы ходили, мы ни с кем не контактировали, мы вообще по пути никого не встретили. Ну, только на улице мимо люди шли, но... На улице это ничего страшного, там ветер, блин, это... Ну и тоже близко мы ни с кем не терлись. И в поликлинику зашли тоже вообще просто, никого не было, так прошли как-то. И все. Вот, короче. Что случилось? Я жду звонка, короче, что мне скажут. Вот, и думаю, что мне делать сейчас вот с моим носом. Ждать сегодня или что? Просто антибиотики не хочется пить, конечно, они там влияют на все, на организм в целом. Но я хочу сегодня искупаться, я сегодня прямой эфир уже сделала, на 5 часов будет. Вот. Ну, понятно, видео, да, я снимаю, оно позже выходит, да? Ну, и к тому, что до 5 мне нужно успеть. Я еще хотела видосик снять какой-нибудь, что у меня все видео закончились, нужно подснять что-то, у меня лежат там то, что нужно снимать, вот. Короче, хочу помыть голову, привести себя в порядок, снять новые видео. Я уже соскучилась даже, мне уже надоело сидеть просто, понимаете? У меня прям силы откуда-то такие вывалились и такие, давай, снимай уже, занимайся любимым делом. Вот, поэтому сейчас через 20 минут придет курьер, он привезет мне посылку, я искупаюсь. И посмотрю потом, как буду себя чувствовать. В общем, решу, что буду делать дальше. Девочки, меня завалили просто посылками. Я, честно говоря, даже не знаю. Не знаю, что мне просто много предлагали всего на обзор. Я, конечно же, с радостью соглашаюсь. Особенно, что касается робота-пылесоса. Я даже отдельную распаковку сделаю для сына, для своего. Покажу вам, конечно же, вкратце, что за робот-пылесос новый пришел. Вот это, мне кажется, пылесос... Тоже пылесос, но уже ручной. Вот. Короче, пылесосов, как это говорится, как это, много не бывает, да, и я всегда люблю какие-то новинки, что-нибудь, но, по-моему, это вот новый пылесос. Короче, я не помню точно. Мила уже тут все.
В общем, будет потихонечку распаковочка, но я радуюсь посылочкам. Что, мои хорошие, несмотря на новые симптомы, Немесил немного вроде помогает, но я все равно чувствую головную боль. Нормально помыла сейчас голову, переоделась, как вы видите, да? У меня уже настроение огонь, у меня бодряк, у меня вот это вот все, как вы говорите, откуда вдохновение, откуда... мои желания и цели, они просто не дремлют, они такие, Силя, ты помнишь? Силя, ты нас не забыла? Я говорю, мои хорошие, куда? Куда я без вас? Поехали! Все, помыла голову. Сейчас сделаю себе чай, посушу волосы. Вот, до 5 часов нужно успеть снять пару видосиков. Я уложила волосы, такие вот у меня красивые, прямые волосы. Так, сейчас я пью чай, чуть-чуть подкрашусь, пойду снимать. Ну что, мои хорошие, я уложилась, накрасилась и пшикнулась. Вот такой вот у меня, как-то я покупала, не помню где, в Дютике, ванила и лимон. И напоминает мне прям вот о поездках, путешествиях. Очень такой легкий аромат ванила и лимон, сами понимаете, да? Я решила по дому пахнуть, так еще ходить. Все, сейчас приступаю к съемкам. Я уже сняла видео, провела прямой эфир. Вот под вечер у Деньки что-то он говорит, ушко болит, да? И спать уже, наверное. Сейчас я грею вот антипакс. Спать. Ушки сейчас закапываем, и надо спать будет уже. Не, я не хочу спать. Я заказала в Пятерочке сейчас еду, доставку, там виноградик, что-нибудь такое вкусненькое. Не знаю, через час они привезут все. Не знаю, будет Денька спать или нет еще к этому времени. Хочу, нет, я покажу вам, что я заказала там, и на этом закончим влог, пойду спать. То сердце быстро стучит, вот это, да? Периодически, то башка раскалывается периодически. В целом так все нормально вообще, такая уже, как будто не болею, можно было бы выходить. Ну так, насморк, голова еще чуть-чуть. А по ковиду так и не звонили еще, наверное, у меня не ковид все-таки. Девочки, доставка пришла буквально за 5 минут, господи, за полчаса, серьезно вам говорю. Я говорю, что-то вы быстро, я же не ожидала, думаю, кто стучит в дверь. Сейчас распакую, покажу, что взяла. Так, взяла свои любимые креветки. Что-то когда я была в магазине, они стоили 400 с чем-то, а сейчас я их взяла за 500 там с чем-то, представляете? Ну ладно, морозилку. Это виноградик у нас, кстати, как в этот раз виноградик? Вкусно пахнет или кислотой? О, этот виноградик свежий, надо было больше брать, кто знал. Так, Денькины молочные ломтики, печенька Денькина, сливки, это для сюда. Яйца, так это что-то, наклейки, они все равно дают, и карта, кстати, в доставке действует, что за наклейка у меня тут, та-дам, слушайте, наклейки такие прикольные, они тканевые, прикольные, так, лады, сливочное масло взяла вот такое, это что тут у нас, сосиски и сыр, сосиски вот такие я люблю, белоколукские, а вот такой сыр еще, новый, да, Сыробогатов. Ну, главное, российский, короче. Надеюсь, нормальный будет. Что-то на вид непонятно. Так бы в магазине, может, его не взяла. Ну, с этой стороны нормально. Лады. Так, это Денькины печеньки, яйца. Сейчас все на пол выложу. Блин, как много огурцов. 500 грамм вот это? Обалдеть, блин. Мне один надо было. Ну, ладно. Так, яблоки у нас еще есть, но я взяла вот таких. Блин. 1 килограмм же вроде. Или 2 килограмма я брала. Это что, 2 килограмма, 3 яблока? Не поняла. Бананчики маленькие, наконец-таки. А то везде какие-то гигантские бананы. Так, на 200 грамм минимальный заказ вышло 2 лимона. Взяла 2 творога 5%. Буду делать такие сырники, которые показала мне Алена. Уже буду самостоятельно делать завтра. Так, кефирчик. Вот сейчас хочу кефира прям выпить. Вообще кайф, что он принес. Сейчас кефира выпью. В общем, все, мои хорошие, сейчас я все это разложу по местам, возьму виноградика немножко, может быть, я же хотела кефирчик, да, я сейчас кефира выпью, потом, если захочу виноградика, то уже виноградик съем, может, Деньке дам просто виноградик. Все, короче, расфасую, пойдем ляжем и будем отдыхать, включу танцы, 14 выпуск. Все, буду смотреть и ждать завтра, надеюсь, все хорошо. Деньке сейчас ушки закапала, вроде на ухо не жалуется. Сама еще даже не успела ингаляцию сделать. Я налила там все, и все. У меня то одно, то другое, то третье. Короче, спокойной ночи, до следующего влога. Что сказать? Надеюсь, следующий влог уже будет вообще бодряком.
бодры, веселы и уже на улице. Надеюсь, ковид так и не позвонит. А это значит, что у меня была просто какая-то простуда. Может быть, вот как бы вот, что-нибудь. Посмотрим, короче. И не пропускайте мои прямые эфиры на Ютубе. Я их веду, стараюсь, через день. То есть через день у меня выходят влоги и через день эфиры. В тот день, когда не было видео. Вот, пока так планирую. А дальше посмотрим. Да, мой телефон. Все, всем пока. Все, мой телефон.